В Алматы прошел литературно-музыкальный вечер. Зрители услышали виртуозное исполнение красивых композиций на стихи Карины Сарсеновой. Подробности в следующем материале. Культурные вечера для нашей южной столицы – явление нередкое. Каждый из них проходит с особым шиком. Вот и литературно-музыкальное мероприятие, что прошло накануне, порадовало алматинцев мелодичным звучанием композиции на лиричные стихи Карины Сарсеновой. Вечер музыки, вечер поэзии. Все, естественно, исполняется вживую. На сцене бэнд из 8 лучших музыкантов, каждый в своем деле. Конечно же, блистательный Олег Переверзев – это виртуоз, лауреат российской книги рекордов Гиннесса. Он туда вошел за наилучшее и быстрейшее, к тому же, исполнение «Полета шмеля», знаменитой мелодии. Также на сцене читал стихи собственного сочинения режиссер, актер и поэт Антон Метнев. Конечно же, будет петь песни на свои, на мои стихи композитор, актер Сережа Уфимцев. И просто великолепнейшая Венера Нигматуллина, мной горячо любимая, просто обожаемая, почитает. Для меня это огромная честь, подчеркну, почитает мои стихи. Читает она божественно, равно как и все, что она делает на сцене. Венера Нигматуллина порадовала слушателей пылким, чувственным исполнением лиричных стихов Карины Сарсеновой. В моей актерской, сценической работе уже присутствовали и литературные композиции, и актерские театральные антрепризы. Но поэзия – это какая-то отдельная сторона, отдельная грань вот этого бриллианта под названием «Жизнь». Потому что для меня поэзия с некоторых пор, когда ты становишься мудрее, взрослее, когда ты начинаешь понимать суть вещей, которых ты творишь или которые происходят вокруг тебя, поэзия приобретает свой неповторимый абсолютно цвет, вкус, даже запах. Это определенный способ когнитивного познания жизни. Поэзия – энергия, с помощью которой ты познаешь этот мир, утверждает Венера Нигматуллина. Поэзия, музыка, искусство – это определенный способ познания жизни. Это определенный способ стать человеком с большой буквы и прожить ту полноценную и полнокровную жизнь, которая тебе, в принципе, изначально была дана Создателем. Вот мы сегодня говорим, в каждом стихотворении Карины Сарсеновой говорится о душе, о воспарении, о познании, о вот этой вот огромной количестве, как мозаики, эмоций, вот этих жизненных проявлений. Вот все вот в этой литературе, в этой поэзии, которую вот я взяла в руки и прочла, и за что я бесконечно благодарна Кариночке, за то, что она дала мне возможность искупаться в этом с удовольствием и с радостью. В этот вечер зрители насладились еще и музыкой талантливейшего бэнда. Песни, которые Сергей Уфимцев написал на стихи Карины Сарсеновой, а также есть несколько вещей, которые он написал на свои стихи. И они являются частью нашей программы литературного вечера. Подобные творческие вечера создатели планируют проводить как можно чаще. Агарки Бахтубайхаза, Геннадий Лукин, Headliner.